Ребят, всем привет! С вами Дмитрий, это канал Кода ТВ. И сегодня я вам покажу и расскажу, как используется праздничный воздушный шар и лироведро. Так как я уже все квестики выполнил, у меня открылась возможность все это дело купить и продемонстрировать, показать, как оно выглядит и как оно работает. Вот. Также хочу вам маленькую заметочку сделать. Ребят, если вы пройдете все праздничные испытания, вы сможете скупить весь магазин, поэтому можете, ну, не расстраиваться там или не это. Вы можете все скупить, все, что здесь есть. Всех монеток тут хватает. Вот. Теперь, собственно, к нашим полученным инвентовым предметам. И, кстати, я считаю, что их нужно купить. Во-первых, это памятные предметы, это хорошие предметы, которые останутся с вами навсегда. И, как бы, ну, блин, это классно. Памятные предметы — это круто, ну реально. Праздничный воздушный шар. Значит, откат у него 5 секунд, использовать его можно бесконечно. Каждые 5 секунд мы юзаем эти шарики, и сколько угодно их натыкиваем. Натыкиваем, и они просто взлетают. Также эти шарики можно взорвать. Они бабахают, большие разноцветно бабахают. Прикольно, классно. Достигая определенной высоты, они взрываются. Вот, сами. Теперь по поводу лиры ветров. Тут не все однозначно, потому что использовать лиру ветров сможет только тот человек, который занимается музыкой. Это как первый вариант. Но есть еще один вариант. Допустим, найти в интернете какую-то композицию определенную, записать ее на макрос вот, с определенными символами, нажатиями, да, в определенном такте. Ну, в принципе, те, кто макросами пользуется, они понимают, о чем я говорю. Это дело не хитрое, не сложное. Если вы все-таки загоритесь этим желанием, посмотрите в интернете, как это сделать. Ну, в принципе, это все не очень сложно. Вот. Но пока что все, что я могу, это вот что-то типа вот такого играть. Ну, сами понимаете, хуйня полная. Вот, но думаю, те ребята, которые шарят, они что-нибудь очень классное смогут сыграть. Вот. Ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я безмерно рад, что вы смотрите мои видосики. Но, ребят, не забывайте подписываться. Блин. Очень хочу много подписчиков на моем канале. Как бы, сами понимаете, подписки — это круто. Ребята, подписывайтесь на канал. Все, всем спасибо за просмотр. Пока-пока и до новых встреч.